Всем привет, с вами Татьяна, вы на канале Емка Кулинария. Сегодня я готовлю для вас очень вкусный наваристый супчик из свиных ребрышек. Для этого блюда берем мясные ребрышки, чтобы на них было минимум сала. Тогда блюдо получится умеренно жирным. Разрезаем их на несколько частей. Теперь обжариваем их на масле до золотистой корочки. Теперь подготавливаем овощи. Репчатый лук нарезаем на полукольца. Морковь нарезаю кружочками. Далее репчатый лук выкладываем к ребрам и обжариваем его около 2 минут. Ну вот, лук почти готов. Теперь я добавлю морковку, посолю и добавлю свои любимые приправы. У меня это черный молотый перец и паприка. Все перемешиваем и оставляем еще обжариваться 2 минуты. Теперь нарезаем сладкий перец. В супе он уварится, поэтому нарезаем его на крупные дольки. Также крупно нарезаем помидоры. И картофель. Теперь все подготовленные овощи и ребрышки нам нужно выложить в кастрюлю. Далее добавляем перец горошком, у меня 10 штучек, слегка солим, сюда же кладем 2 головки чеснока и 1 перчик чили. Заливаем все горячей водой, чтобы она немного покрывала картофель. Накрываем крышкой и варим после закипания 1 час на маленьком огне. Ну вот, прошел 1 час, все овощи хорошо приготовились, а мясо стало очень нежное, хорошо отделяется от косточки. Друзья, вот такой ароматный, яркий и очень вкусный супчик у нас получился. Все, кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно.